Поль Вальер. Родился в 1943 году в Нью-Йорке. В 1968 году получил степень магистра искусств в теологической семинарии Колумбийского университета. В 1974 году получил ученую степень доктора философии. Профессор Батлеровского университета. Область научных интересов. Русское православие, история христианства и современная религиозная мысль. Господин Вальер, ваш доклад на конференции был посвящен церковным соборам. Как давно вы занимаетесь этой темой? И тема соборов очень важная тема не только для православия, но для всего христианского мира. Сегодня и не только сегодня. То, что интересно в деле соборов, это длинная соборная история Церкви. Соборы – это не новые установления. Соборы – очень традиционное установление в жизни Церкви. И они выражают желание единства и общения, и христианской общности в жизни христиан. И вот именно в наших условиях соборы могут решить многие проблемы взаимопонимания и общения между христианами с разными взглядами. Проблема, которая возникает в почти всех церквах и церковных организациях в нашем современном обществе. Скажите, пожалуйста, Высший совет церквей можно ли назвать собором? Или это все-таки организация, которая не соответствует соборному принципу? Соборный принцип играет существенную роль, по-моему, во всех церковных организациях, потому что, как говорят некоторые православные, современные православные богословы, Шмеман, Афанасьев и другие, сама церковь есть Всемирный собор. То есть соборный принцип лежит в основе самой церкви. И за эту причину соборный принцип должен играть формирующую роль во всех церковных организациях и во всей, и соборный дух должен играть существенную роль во всей церковной деятельности. Уже больше года в Русской Православной Церкви действует такой орган, как межсоборное присутствие, который задумывался как постоянно действующий соборный орган. Как вы оцениваете эту задумку и как, на ваш взгляд, она повлияет на развитие соборных процессов во всем православном мире? Да. И во всем христианском мире. Во всем христианском мире, конечно. Да, я очень положительно оцениваю это предложение межсоборного не только присутствия, но, как патриарх сказал позавчера, соборного процесса, потому что межсоборное присутствие – это выражение целого процесса соборного, процесс, который продолжается, постоянно продолжается в жизни Церкви и конкретизируется в учреждении
как межсоборном присутствии. Так что, по-моему, идея межсоборного присутствия должна давать очень ценный вклад в развитие церковных институций не только в православии, но в других церквах, которые также нуждаются в более глубоком осмыслении соборности. В современном мире и современными средствами коммуникации может ли как-то измениться сам процесс созыва и работы соборов? Да, это очень привлекательная идея. Но важно оценивать эту идею, то есть эту перспективу нового соборного развития средствами массовой информации, интернета и так далее. Нужно оценивать эту идею осторожно и с трезвостью, потому что, конечно, средство в качестве интернета не автоматически продуцирует соборность. Но соборность надо в наших современных условиях. Использование интернета может позволить нам более ответственно выращивать институции соборности, чем прежде, когда все зависело от, скажем, одной важной встречи или от двух важных соборов. А сейчас можно постоянно развивать соборность средствами современной коммуникации, интернета и так далее. Так что заседания Всемирной Церкви в целом становится более возможным, чем было воображаемо раньше. Но тогда получается, если через интернет мы созываем собор и обсуждаем все, насколько здесь важен факт личного свидетельства, личного присутствия на соборе? Можно ли дистанционно участвовать в соборе, или важно лично присутствовать и свидетельствовать? Личное присутствие остается крайне важным, по моему мнению. Я могу вообразить аналогию. Здесь возможно передать весь университетский курс по телевидению или по интернету без личного присутствия преподавателя и без личного общения с ним или с ней. Это совсем возможно. Но, по-моему, этот подход к образованию слишком узкий, чтобы удовлетворить настоящие нужды студентов. То же самое в церкви. По-моему, в церкви соборные встречи, личные, конкретные, актуальные встречи останутся необязательными.
чтобы реализовать соборность и сделать соборные решения в глубочайшем смысле слова соборности. Потому что, в конце концов, церковь живет в личном мире, в мире личности, и не в виртуальном мире. И за эту причину соборы останутся, по-моему, обязательными в жизни церкви. Но они будут лучшими соборами благодаря подготовке, которая способствует наш интернет и другие средства массовой информации. В последнее время, в последние годы активизировался процесс созыва Всеправославного собора в православном мире. Как вы считаете, можно ли такой собор назвать вселенским по образцу тех вселенских соборов, которые были в древности? О Вселенском соборе сегодня, по-моему, не идет речь. Слишком рано, потому что Вселенский собор нуждается в присутствии Рима и, может быть, других церквей, кроме православной. Но если было бы возможно организовать всемирный православный собор, это было бы громадный толчок по направлению подготовки даже более обширного всехристианского или Вселенского собора. По-моему, православный мир очень-очень нуждается в всемирном соборе или в всемирной ассамблее, чтобы обсуждать громадное множество вопросов, проблем, вызовов и возможностей. Соборы занимаются не только проблемами, но и возможностями миссии, новой перспектив и так далее, чтобы обогатить православную миссию в современном мире. И Всемирный православный собор вызвал бы внимание всех христиан по всему миру. Христиане, которые очень редко думают сегодня о православии, обратили бы внимание на такой необычайный феномен, как Всемирный православный собор. В том же смысле, как не католические, не римско-католические христиане обратили внимание на Второй Ватиканский собор. Такие соборные явления, по-моему, могут играть очень положительную роль в жизни всякого исповедания, и особенно в православии, потому что православный дух – это соборный дух, как
выдающиеся православные богословы всегда настаивали. Так что надеемся, что скоро состоится всемирная встреча. Скажите, подготовка Всеправославного собора длится уже несколько десятилетий. Проводятся консультации, совещания, решаются какие-то вопросы. Можно ли этот процесс назвать уже собором? То, что соборный процесс является собором. Можно назвать его соборным процессом, но в то же самое время должно состояться собор. Должен состояться собор. То есть я верю, искренне верю в соборный процесс, но я не верю в соборный процесс без соборов, если вы меня понимаете. То есть получается, что вот личное свидетельство на соборе это очень важно. Это очень важно. Это цель соборного процесса. Да, процесс – это очень положительный феномен. И дай Бог, что настоящий, сегодняшний межсоборный или соборный процесс продолжится. Но должен состояться собор. Это главная цель всякого соборного процесса. И уже пора, как вы заметили, уже десятилетия обсуждали Всемирный православный собор. Теперь пора, пора. И я надеюсь, что это скоро сбудется.